Предприятия, занимающиеся производством комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной техники, могут получить федеральную поддержку. Фонд промышленности выделит им кредиты под 1% годовых. Сейчас идет подготовка списка таких компаний. Глава Воронежской области поручил проработать формат отбора предприятий для выделения средств в поддержку занятости населения. На эти цели было выделено 350 миллионов рублей из федерального бюджета. По мнению Александра Гусева, экономическая ситуация на территории области стабильная. Снижается количество безработных, растут налоговые доходы. По данным Департамента труда и занятости населения, на 1 июля в регионе насчитывалось 10 506 официальных безработных. В то же время работодатели предлагают 23 340 вакансий. Валерий Бобкин, 41 канал.